Всем привет, ребята, я Алиса. Со мной сегодня моя помощница Милеша. Милеша, что такое? У нас сегодня ураган на улице, как бы, да, и Милеша немножечко не в духе, потому что проснулась в 4. Так вот, я сегодня решила провести интересный эксперимент. Все вы знаете Крастибоксы. Изначально они продавались только на сайте, как бы, на официальном сайте я их заказывала. Но сейчас они продаются на всех популярных маркетплейсах. Я полезла там читать отзывы с картинками, да, с фотографиями. Да, мы с Милешей полезли читать отзывы. И мне показалось, что где-то, в общем, наполнение побогаче, получше, а где-то нет. Поэтому я заказала по одному боксу со всех популярных маркетплейсов. Один бокс у нас с Озона, с Яндекс.Маркета тоже имеется, с Wildberries. И, конечно же, с официального сайта Крастибокс. Посмотрим, одинаковое ли наполнение везде. Или, возможно, с сайта Крастибокс, там, знаете, так как это изначально, ну, как бы официальный сайт, там, может, получше что-то приходит. А на маркетплейсы, может, отправляют уже какие-то остатки. Поэтому будем сравнивать. И забыла сказать, у нас сегодня на сравнении Миксбокс. Я решила, естественно, заказать одинаковые боксы, чтобы как бы прочувствовать разницу, так сказать. Там наполнение такое вот рандомное, может попасться все, что угодно, и я думаю, будет интересно. Милеша уже начала распаковочку, да, Милеш, мне сейчас нужен Крастибокс. Мы будем, нам как раз, да, да, спасибо, мой ассистент Милюша, нам как раз нужен вот этот официальный Крастибокс, так сказать. Ой, о боже, как помогает, даже завалилась доча. С него и начнем. Ребят, ну пока я распаковываю, давайте наберем под этим видео 15 тысяч лайков, и я сравню тубусы от Крастибокса. Я знаю, что вы их любите, они интересные, оригинальные, я думаю, всем понравится. Так, вот такой Миксбокс, Крастибокс, поехали. Открываем и смотрим. Всем привычные уже наклеечки такие Крастибокс. Внимательно следите за наполнением, потому что мы будем сегодня сравнивать. Вот такие у нас магнитные закладки с единорогами. Планер с котиками. Милеш, помогай. Планер с котиками. Планировать свои ежедневные задачи и планы. Контейнер с собачками. Милеша такие очень любит. Желтая бутылочка для воды, для чая, кофе. Милеш, у нас сейчас такая погода, поэтому держи тебе бутылочку. Себе молоко горячее сделаешь и будешь пить. Кстати, слушайте, расчески вроде раньше в Крастибоксе не попадались. Вот такая расческа, еще внутри звездочки. Антистресс расческа. Держи, Милюш, держи. И самый такой крупный у нас блокнотик. Посмотрите, какой он толстый. Здесь у нас барашки и жизнь прекрасна, как ни крути. Короче, позитивные барашки и не очень позитивные. Это у нас обычный ежедневник. Вот такой. Конечно же, в каждом Крастибоксе есть секретный подарок. Сейчас мы его с вами тоже посмотрим. Что там у нас секретного, что-то мягенькое, говорю сразу. Чаще всего мне попадались носки. Но здесь у нас маска для сна с авокадо. Слушайте, по-моему, они поменяли маски, раньше были другие. Вот это мне нравится даже больше. Кто спит в маске для сна, напишите, Милюш. Ох, красоточка! Так, ребят, первый Крастибокс мы открыли. Вот такое наполнение. Милеш, Милеша еще утащила расческу, но вы ее видели. Это у нас был сайт Крастибокс, официальный. Теперь я хочу распаковать Wildberries, потому что я чаще всего заказываю все на Wildberries. Особенно одежду, а на Озон уже какие-то бытовые штучки. А как вот вы заказываете, напишите. Я знаю, что многие шопятся на Озоне, на ВБ, но чаще всего я покупаю именно на Wildberries. У меня там уже очень большая сумма выкупа. Миксбокс Wildberries. Поехали, смотрим, что там. Такие же наклейки, как и в первом боксе. Ой, здесь у нас расчесочка, но это уже такой гребень, или как он называется, с ламой. Магнитные закладки, так же, как и в первом боксе. Милеша, у тебя еще волосы не выросли, а ты уже воруешь все расчески. Смотрите, сама открыла. А как нужно? Как нужно пользоваться расчесочкой? У Милеши уже, кстати, подросли волосы, челочка. Скоро будем стричься. Копилка. В первом боксе такой копилки не было. Это у нас место ланчбокса, наверное. Ой, слушайте, здесь стеклянная бутылочка.
Точнее, не бутылочка, а такой стакан. Вот такой стеклянный стакан. Стакан дошел в целости и сохранности, как видите. Пенал. Такой обычный, но вместительный пенал «Космос». Да, кстати, о, слушайте, давно у меня такие вместительные пеналы. Его можно использовать так же, как косметичку. Я чаще всего такие штучки беру с собой в дорогу. И косметоз складываю. Весь в себе, в себя. А, верь в себя. Верь в себя, весь в себе. Да, это про меня иногда. Тоже вот такой ежедневник, но потоньше, чем в первом боксе. Трубочка это у нас от стакана. И последний секретный подарок. Кстати, вот можно уже сделать выводы, какое вам наполнение нравится больше. Официальный сайт или Wildberries? Я вот пока не знаю. В конце сделаю свои выводы. Я не знаю, что это за мини такие контейнеры. Мне они уже попадались в Красти боксах. Мне писали, что, возможно, сюда можно наушники складывать. Кстати, как вариант. Чтобы они у вас не потерялись, не перекрутились, как бы да. Уже можно сравнить два у нас наполнения, но мы переходим к следующим. Дальше я хочу распаковать Озон. Милеш, не воруй наполнение, как мы будем проводить эксперимент? Ну, я думаю, вы уже запомнили, потому что воришка в деле. Так, Озон, следующий Красти Бокс, Микс Бокс у нас с Озона. Оставила Яндекс.Маркет напоследок, потому что я там редко что-то заказываю, поэтому решила так. По своим, знаете, любимым маркетплейсам в первую очередь пройтись. И Озон нам приготовил вот что. Секретные наклейки Красти Бокс. Тоже блокнотик с котиком. Я бы тебя обнял, но у меня лапки, да? Да. Вот, вот, пожалуйста. Кстати, ежедневники похожи, но здесь толще. Кто любит канцелярию, оценит именно бокс. О, боже, кажется, это мой любимчик бокс. Ну, лично по моим предпочтениям, мини такой вот ланчбокс. Сюда можно бутербродик складывать. Вот люблю такие штучки. Посмотрите, как красиво оформлено. И вот это Hello Kitty. У меня никогда такое не попадалось. Держи ланчбокс, Милеш. Тебе еще бутерброды нельзя. Посмотрите, какой милый ланчбокс Hello Kitty. Слушайте, здесь и ложечка в комплекте, мясо, гарнир, картошечку, да, все можем сюда сложить. Да-да, вот нытик уже проявляет свой характер. Такой же контейнер, как и во втором боксе, только он у нас идет побольше. Ну, наверное, сюда тоже можно наушники или какие-то штучки складывать. Вот напишите, куда бы вы применили эти контейнеры. У меня такие маленькие есть, но я вот честно не знаю, они такие симпатичные. И кружка. Обожаю такие кружки. Ой, прям очень стильная. Обожаю стеклянные, красивые белые кружки. Посмотрите, здесь корона на облачке и звезды. Вот, не знаю, пока Озон мой фаворит. Но наполнение, как вы понимаете, рандомное. Да? Милеша, а вот кружку тебе нельзя, блокнот можно. Вот эти штучки любит мама, подставки для телефона. Они даже для декора классно на столе смотрятся. Вроде и простая, да, но можно поставить уже как бы у вас красиво на рабочем столе. И, конечно же, секретный подарок. Здесь, как вы видите, товаров поменьше, да, хотя нет, но все вот прям, я бы оценила такой бокс прям очень с Озона. Секретный подарок. Милеша кушает, смотрите. Ам, давай, ам, дай маме ам. Давай. У нее еще не получается, она очень паникует не той стороной, но она уже все хочет делать сама. И когда не получается, очень сильно пищит. Пока Милеша кушает, открываем секретный подарок. А в секретном подарке у нас голубенький такой пенал с котиком. Ну, тоже вещь полезная. Кстати, так как я не учусь, как бы, да, канцелярии у меня мало, поэтому я сюда могу складывать кисти, вот какие-то штучки. Я эти пеналы все храню и использую как косметички. О боже, Милюш, что? Где ланчбокс? Все, все. И у нас остался миксбокс Яндекс.Маркета. Скажу вам по секрету, он какой-то прям самый тяжеленький. Возможно, мне показалось, но честно, мне кажется, там что-то такое крупное и тяжелое.
Открываем Яндекс.Маркет, ребята, смотрим. Слушайте, тут прям много всего. Наклейки Красти Бокс. Это у нас был розовый котик. В Яндекс.Маркете у нас попался мишка такой. Ну, прикольная подставка. Кстати, я на маникюр хожу, и там девочки используют эти подставки. Вот, например, ты на маникюре, нужно поставить телефон, смотреть фильмы, чтобы не держать его. Идеально. Вот такой у нас блокнотик. Фитоняшка... фитоняшки не лопают вкусняшки, понятно? Просто с белыми листочками. Прикольно что-то записывать, можно сразу вырвать. Такой повседневный блокнотик, я бы сказала. Авокадо ланчбокс. Слушайте, у Красти Бокс поменялись прям ланчбоксы. Посмотрите, какой он прикольный. Раньше в Красти Боксе были вот только такие ланчбоксы. Сейчас меня прям радует. Hello Kitty, авокадо. Они прям стильные, удобные. И, это не ланчбокс, это просто контейнер. У меня, кстати... Что такое, дорогуша? Мы еще даже не показали, а ты уже хочешь украсть авокадо? Раньше у меня все, у меня все контейнеры только от Красти Бокс, обычных нету. И когда в холодильник заглядываешь, так все радужно, прикольно. Так, Hello Kitty, это у нас отсюда. У нас тоже стеклянный стакан. Кстати, мне он даже нравится больше, чем от Wildberries, Wildberries попался. Посмотрите, какой он прикольный, летний. Так и вижу в нем какой-то коктейль, мохито, прохладительный. Но сейчас у нас за окном такая жесть, я вам сейчас вот покажу, вы будете в шоке. Ну, Артем покажет. Вот такой у нас был ураган. Это какой-то, точнее, не был, у нас сейчас такой ураган. Выпал снег первый раз за всю зиму и минус 7. Но ощущается, наверное, как минус 20 на улице, вообще никого нету. Обычно тут по набережной гуляют. Кто-то там иногда проходит, но его сносит. И сейчас метель, но вы это не видите. И ночью из-за этого урагана очень сильно прям окна продувало, и такой звук устрашающий. Милеша проснулась в 4 утра, я ее не могла укачать, уложить до 6, и честно, ночка была какой-то трэш. Мне, конечно, нравится любоваться такими видами, когда ты сидишь дома, но это жесть. Милеша из-за этого теперь недовольная, так как не доспала, поэтому простите ее, да, Милеш? Милеш, я еще не показала этот бокс. Люди будут делиться в комментариях на два типа. Ребенок мешает распаковке и... О боже, я обожаю смотреть видео с Милешей. Без Милеши вообще не смотрю, поэтому так. Как это так? Так, смотрите, какой у нас милый. Раньше были популярны вот эти коровьи пятнышки. Принт. Коровий принт. Или как его назвать? Пенал прям такой, знаете, плотный, кожаный, мягенький, как кожаная сумка. Мне он прям очень зашел. И он вместительный, да, Милюш, вместительный. Трубочка от нашего стакана. Тоже ежедневник, Space, космический. Просто белые листочки. Вот это круто, можно и порисовать, и что-то записать, практичненько. И секретный подарок. Напоминаю, что это Красти Бокс от Яндекс.Маркета. Милеша. Так, сейчас откроем секретный подарок. Там что-то мягенькое, точно не зеркало. Носки! Боже, обожаю носки, они как раз коротенькие. У меня проблема, что я надеваю носки Красти Бокс, вот эти цветные, а у меня разрезы на спортивном костюме, и постоянно палятся эти цветные носки, я про это забываю. Вот такие носочки-бургеры у нас были в секретном подарке. Ребят, ну что я хочу сказать вам? На самом деле, конечно, это дело вкуса, но в каждом боксе мне что-то понравилось. Вот у Красти Бокса мне понравился, например, понравилась маска для сна и понравился толстый ежедневник, потому что я знаю, что канцелярия не дешевая, особенно такой толстый блокнот, толстый ежедневник, поэтому здесь вот фишка была в ежедневнике. Здесь мне понравилась, конечно же, Hello Kitty. В этом мне понравилась кружка белая, прям супер. А в Яндекс.Маркете мне очень понравился стакан и ланчбокс авокадо, который Милеша немножечко обслюнявила. Напишите в комментариях, какой бокс вы выбрали, но мне кажется, что наполнение везде рандомное, и как бы это уже дело вкуса, что вам попадется. На то это и бокс, как бы, да, с сюрпризами, потому что вы не знаете, что внутри, и...
для каждого, я думаю, найдется что-нибудь интересненькое. Ссылки на официальный сайт Krusty Box, на Krusty Box на Озон, Krusty Box на Wildberries и на Яндекс.Маркете я оставлю в описании. Очень круто, что они появились на маркетплейсах, потому что мне там заказывать удобней. И напишите в комментариях, на каком маркетплейсе вы чаще всего делаете покупки. Мой фаворит, как я сказала, Wildberries, а вот ваш интересно знать. Но я в последнее время все осваиваю, даже и на маркете заказываю, на Озоне частенько, да. Милеш, мы с этой кружечкой будем так пить. Спасибо, что посмотрели это видео, поддержите его лайками, подписывайтесь на телегу, ребят, если хотите посмотреть немножечко трэша с Милешей, она в телеграме сама сняла кусочек влога, когда мы сидели и не подозревали, Милеша взяла камеру и просто все снимала, как бы, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на телеграм, он будет здесь. Там круто, нас там уже 31 тысяча моих друзей, и ждем именно тебя. Все, смотрите, Милеша разгулялась, поэтому пора прощаться. Спасибо, что посмотрели это видео, и всем пока-пока. Милеш, помаши ручкой пока-пока. Па-па-па, сказала, па-па-па. Пока-пока.